Спонсор недельного гороскопа – компания Бонда. Овен. Все ваши проекты на этой неделе окажутся успешными. Надо только точно знать, что вы хотите, и планировать важные дела заранее. В начале недели возможна деловая поездка. Вы приобретете новый опыт и знакомства, которые впоследствии могут оказаться чрезвычайно полезными. В среду вечером отдохните от забот и проблем. Сходите на концерт или в кино. В четверг будьте собраны и не начинайте ничего нового. В выходные постарайтесь решить свои проблемы, не переступая при этом через мысли и чувства других. Телец. Ваши успехи на этой неделе будут напрямую зависеть от наведения порядка в делах и в быту. Разложите все по полочкам, устройте генеральную уборку дома. На работе придется писать отчеты и составлять планы. Смело заключайте договоры и контракты с деловыми партнерами, но будьте осторожны с теми, кто рядом. Друзья могут предать, а любовники изменить. Впрочем, в вашей жизни скоро появятся новые люди. Близнецы. На этой неделе вы сможете вплотную заняться экономическими вопросами. Вас ждет финансовый успех. И найдется немало желающих его с вами разделить. Однако, друзья, на час вам ни к чему. Доверяйте тем, кого давно знаете. Сейчас важно произвести благоприятное впечатление на начальство. Не стесняйтесь при случае корректно подчеркнуть вашу незаменимость на работе. Рак. Неделя в целом располагает к размеренному ведению дел, движению вперед в профессиональной сфере, укреплению своих позиций. Ни в коем случае не нужно ничего резко заканчивать, рвать связи, уходить, хлопнув дверью. Запаситесь терпением, будьте скромнее в своих притязаниях. Постарайтесь сдерживать раздражение, которое может возникнуть у вас по отношению к партнерам. Возможны проблемы и непонимания в семье. Постарайтесь взглянуть на ситуацию глазами близкого вам человека. Лев. Начало недели – удачное время для реализации планов и замыслов. Правда, на работе наступает напряженная пора. Придется потратить много времени и сил, зато вы станете незаменимым человеком. В четверг и пятницу, раскрывая свой творческий потенциал, вы получите возможность укрепить авторитет. Может появиться шанс занять более высокое положение. Дева. В начале недели к вам может коварно подкрасться работа. Она захватит вас в плен, и вы попадете в водоворот первоочередных безотлагательных дел. Напряженный ритм может не лучшим образом сказаться на вашем здоровье и личной жизни. Так что в выходные вам обязательно нужно отдохнуть от суеты и шума. Тогда наладятся приятельские отношения и появятся новые друзья. Весы. Не начинайте действовать, не определившись с целями, иначе время и силы будут потрачены впустую. Не слишком доверяйте чужому мнению. Постарайтесь составить свое представление о людях, проектах и книгах. На этой неделе велики шансы вырваться из рутины, отправиться в интересную поездку и устроить праздник. Воскресенье, скорее всего, окажется тихим и спокойным. Посвятите его созерцанию и обдумыванию предстоящих грандиозных планов. Скорпион. На этой неделе можно увязнуть в бесконечных разговорах и обсуждениях. Лучше сразу что-то делать, по ходу внося коррективы. Если вы почувствуете, что вам нужна помощь, не стесняйтесь ее попросить и примите ее с благодарностью. В четверг у вас может появиться возможность преодолеть накопившиеся сомнения все разом. В воскресенье постарайтесь не поддаваться на провокации и не ссориться с близкими. Стрелец. На этой неделе наиболее востребованным из списка ваших безграничных способностей будет дипломатическое искусство. Вы и сами будете предельно вежливы и корректны, и других сумеете помирить. В среду не стоит зацикливаться на одном вопросе. Если ситуация не поддается решению, оставьте проблему до лучших времен. Она рассосется сама собой. В выходные дни уступки в мелочах позволят сохранить мир и благополучие в вашей семье. Козерог. Наступает благоприятный момент для осмысления и исправления допущенных ошибок. Надо только не бояться их признать. В четверг старайтесь оставаться спокойным и уравновешенным человеком в любых обстоятельствах. В
пятницу вы можете почувствовать усталость и упадок сил. Воскресенье благоприятно для пребывания на природе. Водолей. На этой неделе у вас будет большое количество контактов, связей, общение со знакомыми и малознакомыми людьми, и вы можете от этого довольно сильно устать. В пятницу вы будете полны оптимизма. Все складывается чрезвычайно удачно, однако не стоит обольщаться. Лучше все проверить еще раз. В воскресенье хорошо бы отправиться в путешествие или в гости. Рыбы. Постарайтесь не быть пессимистом. И уж точно не нужно жаловаться на жизнь и всех критиковать, если не хотите прослыть занудой. Все встанет на свои места, проблемы решатся, просто не так быстро, как вы ожидаете. Попытка форсировать события успеха не принесет. Запаситесь терпением, верьте только в лучшее. Тогда вас точно ждет счастье, любви и гармонии в семье уже на этой неделе. Компания Бонда – ваш спутник в мире компьютерной техники.